Спалиетис, конечно, с трудом вращает руль, но это его сын в данном случае выступает, а автор этого автомобиля, вы его можете видеть на заднем сиденье, сиденье лимузина. Вообще, по поводу этого Мерседеса, что можно сказать? Что вот оригинальный такой Мерседес Симплекс, оригинальный Мерседес Симплекс, он находится в музее Mercedes-Benz в Штутгарте. Можно его видеть, сфотографировать, даже немножко потрогать. Он очень похож на вот эту реплику. И вот в вечернее время вы можете вечером сегодня использовать интернет, набрать Mercedes Simplex, и вы увидите автомобиль точно такой же формы, точно такого же цвета и с таким же запасным колесом на крыше. Ну вот это нешуточное препятствие, косой мост через Дейму преодолевает автомобиль Бориса Палиетиса. Еще раз напомню, что в основу этого репликара положен Mercedes Simplex 1903 года. И как раз два таких автомобиля находились в личном пользовании у руководителей концерна. Там Mercedes, Benz, тогда они еще не были объединены между собой. Ну, самое главное здесь, конечно, не перепутать вот все эти виражи нашей сложной дистанции.